Полки пешком. Что там стоит, да? Да. Вот. Камера свидетельствует, что мы забираемся только пешком. Я говорю, здесь все-таки редко у них встречаются европейцы, потому что старый, малый всегда встает и на вас рот открывает. Ну вот здесь можем спуститься по ступеньке, у него здесь, наверное, есть ступеньки очень, да? Пойти по той стороне и бежит только один. Ну может, вот здесь вон, и, вот там, здесь идем ближе. Я первый раз будем Попался? Попался. А, тогда поближе, подожди, что будет. Кого уронили? Как? Я Люсю фотографировала, и в этот момент Юрич в голову просто. Уронили Люсю на пол. Саша, говори, Саша. Не так посмотри. Посмотри, поверни голову. Смотри на меня. А это с другой стороны Александрийского маяка. С самой верхотуры.
а тут они еще строят, видите? И вот вся почва такая в Китае. Глина, глина, глина. Вот все там. Вот он корабль зеленский знаменитый. Как мне идти? Ну вот здесь, вот здесь. Вот смотри, вот здесь, представляете? Пошли, вот там вот. Или вот так. Вот если по широкой пойти, да? По широкой пойти, да. Там куда вы хотите? Как раз вот здесь, мы пропульсим. Ну давайте еще. Ну вот сейчас пойдем, что ли? Вот, по широкой. Так, так, вот по лестнице. Просто нам, чтобы там, над ней ориентироваться. По лестнице и туда наверх. В принципе, недалеко, главное спуститься. А там вот эти спустики. Так. И в сфере катается. Вот. Видите? А, вижу, ага. А я сначала думала, зачем этот металлический шар вот этот вот. Ну как у нас, в Латкарино приезжает только по деревянным этим. Ну, идите, я вас догоню. Сейчас пойдем на демонстрацию. Погоди. Демонстрация площади, посвященная 81-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Дорогие товарищи, наконец-то решилось. Ваши лики захватили. Ну так он говорит. Пишу сюда. Открыть надо. У вас крышка. Крышку снимите. Я знаю, я. А. Подожди, подожди, что ты? Я, может, обойду его, ты снимай, а я прохожу. Сейчас. Ну давай. Вот 1998 года.
Сумку садилась. Это новый вождь, да? Да. Все. 37 еще. А не кончается никак. Ну, я же говорил, еще? 37, Саш, садись. Может быть, иди, Саш. Может, получится. Не показал, когда падает, он хотел ее выпрямить. А мне смеются, ребята, полиция. Ой, господи. Ай, ну, столько. Вот. Я куда полезу? Да, вот одному разреши. Точно. Только нам разрешил, только зареши кому-нибудь одному, сразу. Они всем разрешат. Они всем разрешат. Но они близко к ней подошли только. А мы видели, да. Гоняет мотоцикл. Часто пока. Да. Мотоцикл. Нет, без казани тоже. Но это считается без музыки трюк. Страус еще. Страус. Фонтанов. Да, вот это так. Привет.